Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала «Заметки Электрика». Вот такая вот у нас случилась, можно сказать, авария. То есть возник пожар вот в этой сборочке. Это сборка у нас с автоматами 500 вольт и 100 вольт нашего трансформатора напряжения. Видимо, в нем возникла какая-то неисправность, но при этом из-за длительного срока службы автомата, это вот 71 год, он не сработал. По этой причине у нас стал плавиться в одной кабель. Он у нас идет со сборной секции шин. То есть вот этот кабель, он приходит сюда и подключается к сборным шинам. Желтый, зеленый, красный, А, Б, С, соответственно. Коль автомат у нас не сработал, то этот в одной питающий кабель стоял долгое время под повышенным током. И как видите, здесь вот изоляция поплыла. Вот видно, она там растянулась, даже соприкоснулась с шиной зеленой. А на дальней фазе, на фазе А, и вовсе вот он, этот проводничок, отвалился, то есть отгорел. Оперативный персонал своевременно находился на подстанции, заметил гарь и возникновение пожара. Соответственно, затушили сборку песком. Вот 4-амперные автоматы, кстати, стоят. К измерительному трансформатору у нас, естественно, подключены все наши приборы учета. В данном случае индукционные счетчики. Вот у нас цепи 100 вольт, 501, 521, 541. Вот счетчик на секции. Вот счетчик. Вот и так далее. В общем, вот такая вот у нас ситуация. В любом случае у нас этот трансформатор идет под замену, альтернатив у нас их нет, поэтому будем менять на однофазные бочонки, носики. Эти старые автоматы, естественно, тоже будут демонтироваться, все убираться, прокладываться здесь новые кабели со стороны 500 вольт, сторона 100 вольт вроде бы живая, но надо будет еще проверить ее сопротивление изоляции этих кабелей и уже сделать окончательные выводы. Автоматы будем ставить уже современные, 2-амперные. Ну а вот наш виновник торжества. Трехфазный трансформатор. NTSI 05, 500 на 100, группа соединения обмоток звезда с нулем, звезда с нулем, 12. Так. Первичка 500, вторичка 100. Год выпуска не видно, к сожалению. К сожалению, табличка уже затерта и ничего не видно. Это у нас выводы со стороны 500 вольт питающие. Ноль у них собран вот таким образом был, и вот это уходит, было заземление нейтрали. Так, а со стороны 100 вольт у нас 5 выводов. И здесь есть такая интересная особенность. Здесь у нас выводы А, Б, С, основная обмотка. И здесь опять-таки нейтраль собирается внутри и выводится сразу на заземление. И здесь еще есть дополнительные 2 вывода. Это у нас дополнительная обмотка для контроля изоляции. Она у нас здесь не используется. Но это аналогично, как вот на 10-киловольтных, там 6-киловольтных трансформаторах напряжения, о которых я вам уже рассказывал. К сожалению, это у нас не единственный случай выхода из строя подобных трансформаторов, но оно и понятно. Срок службы у него идет, наверное, уже второй или третий. Ну вот, в принципе, и все. Заменили трехфазный трансформатор напряжения на 3 однофазных трансформатора напряжения NOS 05.
схема соединения обмоток, звезда с нулем, звезда с нулем. Вот этот трансформатор напряжения, нос 0,5, со вторичным напряжением 100 вольт. Вот у нас заземление нейтрали 500 вольт, и вон там заземление нейтрали с низкой стороны, 100 вольт там. Вышедший из строя кабель со стороны 500 вольт, который у нас оплавился, он идет вот в этой трубе. Старый кабель был выдернут, заведен новый и подключен, соответственно, здесь у нас на автомат и там на секции к шинам непосредственно. Остальные кабели, у них сопротивление изоляции в норме, поэтому их менять не стали. Ну и как я говорил уже, здесь заменили автоматические выключатели, старые убрали на более современные. Номинал 2 ампера, как по стороне 500 вольт, так и по стороне 100 вольт. 540 вольт сейчас АЦ. 540, 540 и А0. Это фазный у нас, все ровненько. Все работает. Вот у нас другая подстанция, так вам для примера показать просто, что уже выходили из строя старенькие наши ТНы и меняли на аналогичные носики 0,5. Схема аналогичная. Звезда с нулем, звезда с нулем. Здесь у нас вместо автомата до сих пор используются пробковые предохранители и стандартные предохранители. А до этого вот стоял вот такой вот у нас экземпляр. Это, наверное, еще старее, чем на той, на другой подстанции, которую я вам показывал. Но, тем не менее, вот так. В общем, в заключение, что скажу? Ничего не вечно, но при должном и своевременном обслуживании электрооборудование служит гораздо выше своего срока службы, в 2, а то и в 3 раза. На этом, пожалуй, все. Вот такое вот получилось небольшое видео, так сказать, из раздела «Будни электрика». Если есть какие-то вопросы, что-то непонятно по схеме подключения трансформаторов, то спрашивайте в комментариях. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на мой инстаграм, подключайтесь к нашему общению в чате телеграма или в группе ВКонтакте. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки электрика». До новых встреч!